Строить многоэтажку в Заринске начали еще в 2007 году. В 2016 застройщик сдал один подъезд на 33 квартиры в качестве общежития Заринского техникума. Чтобы достроить дом, понадобилось 15 лет. Застройщики все делали своими силами, не привлекая подрядчиков. И сейчас здание полностью готово к заселению. К слову, это первый в Заринске жилой дом, который сдали в эксплуатацию за последние 20 лет. На сегодняшний день, конечно, востребованность, что-то такого лучшего, более комфортного появляется у людей, у жителей нашего города. Но был спрос такой, запрос, можно сказать, нашего общества. И поэтому, понимая этот запрос, мы и решили в городе построить такой дом, ну, который бы отличался от всех других. Над дизайном работали специалисты проектного института «Алтай-Коммунпроект». От соседних панелек 20 века дом отличается вентиляционным фасадом, им сейчас популярно отделывать здания, и детской площадкой с тремя качелями, горкой и песочницей. Правда, бум продаж на жилье здесь не фиксируют, ведь стоимость квартир начинается от 3 миллионов рублей. На данный момент из 61 заселены лишь 12, а первыми жильцами стали сотрудники компании-застройщика, получившие жилье по социальной программе. Качеством дома очень доволен, дом очень теплый, шумоизоляция отличная, в квартире два санузла, постирочная, гардеробная, комнаты очень большие, что удобно с маленькими детьми. Отсутствие домофонов и водосток, сливающий воду прямо к подъезду, говорит Виталий, его не смущают. А качество первичной отделки так вообще радует. Алтайские власти уверены, дом по адресу Металлургов 9 завершает визуальное оформление центра Заринска. Центр был логично не завершен. Вот сегодня приведено все в соответствие, детская площадка, все рассажены газоны, все сделано, заборчик, все красиво, шлагбаум поставлен, все, город завершен. То есть облик исторический, центр города закрыт. Вот здесь есть здание Сбербанка, здание торговых центров. Варианты развития недвижимости в Заринске будут рассмотрены на местном градостроительном совете. И от специалистов зависит, какое жилье будет появляться в городе в дальнейшем. А пока компания-застройщик надеется, что новая многоэтажка сможет удержать население в Заринске, и многим местным не захочется покидать родной город. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.